Ну, эти окаменелости типичные представители мезозойской фауны юрского периода, и их можно обнаружить в самых разных участках главной гряды Крымских гор. Ну вот с динозаврами, наверное, вряд ли нам повезет, потому что это обитатели суши. А коралловые рифы существовали в морских условиях. То есть если туда случайно только течением занесло труп динозавра, ну такой шанс мог бы предоставиться. Но у нас пока в юрских отложениях не было ни одной находки динозавров. А находки зубов и позвонков ископаемых морских рептилий происходили. Thank you.